Приветик, друзья. Приехал я тут покосить немножко. Заезжал, посеял кукурузу часть и решил на другом участке покосить кроликом. Но дело не в том. Вспомнил, что у меня бензин, наверное, на исходе. Вот в чем вопрос. Хочу вам дать дружеский совет для начинающих. Ну, что-то есть, что-то плещется. Но все равно дозаправить бы надо, чтобы не хватанул воздуха. И вот какой совет. Ребята, вот сейчас надо бы заправить. Не делайте это так, как я делаю вот сейчас. Не делайте. Не надо делать. Чего не надо делать? Не надо на горячий двигатель делать заправку. Пусть он стынет хоть минут 5. Сейчас ветер очень сильный. Пусть хоть минут 5. Постоит, чуть остынет двигатель, и только тогда заправляйте. Вот такой дружеский совет. Я сейчас постою, курил бы я, конечно, бы сейчас закурил, подождал как раз бы на одну сигарету здесь времени. Ну что, я считаю, движок уже остыл, все с ним нормально, можно заправлять. Чем плохо на ветру заправлять, тем, что ветер раздувает топливо. Это не обязательно бензин, это может быть и дизель. Раздувает, если бутылка полная. И тогда могут быть потеки прямо сверху бака. Если сверху бака, ребята, опять же ждем, пока подсохнет. Не торопитесь. 2-3 минуты, 5. Они вам погоды. Ой, как хорошо, полный бак, да? Ну и ладно. Это значит, я сегодня 1,5 литра только использовал. 1,5-2, 10 минут они вам погоды не будут, не составят, скажем так. А двигатель убережете. И убережете сам мотоблок. Все, ребята, на этом пока-пока. Работайте, урожая, главная мера. Все, пока.